первый раз в жизни, у всех бывает что-то в первый раз, я сел за праворульный автомобиль. Ощущения, может, кому интересно, пишите свои ощущения, кто первый раз садился на правый руль. Ну, буквально дискомфортно, буквально, наверное, первый километр. И то, не могу сказать, что прямо какой-то дискомфорт. Дорога, город не, ну, не оживленный, скорее всего, на оживленных улицах, где много автомобилей, сразу как-то будет дискомфортно. Автомобиль большой, Паджеро, Шоган, Бегемот, Митсубиси. Да, наверное, стоит немного привыкнуть, сидишь все-таки справа, непривычно. Ну, а потом привыкаешь, и как вроде бы на нормальном авто ездишь. Что еще непривычно? Рычаг, во-первых, левой рукой. Стеклоподъемники правой рукой. И заходить непривычно. Садишься с той стороны всегда. Ну, как обычно, идешь туда, а руль получается у тебя. Ну, по педалям автомат, проблем нету. Едешь себе. Ну и плюс то, что автомат, что не надо переключать. Вот на механике я не знаю, как бы я переключал. Но вот сейчас я представляю себе механику это. И левая рука не заточена, не привыкшая переключать передачи. Привыкшая правая. Интересно было бы, как я включал бы и что включал бы. Понятно, что привыкаемо и это, но момент, конечно, по механике с правым рулем, я думаю, дискомфорт какой-то был бы какое-то время. А на автомате сел, просто сидишь справа, ближе к тротуару, ближе к людям, едешь, общаешься с людьми. А пассажир уже регулирует тебе. Угу. Там, надо на обгон, когда идешь, она раз, кричу, как говорят, глаза вытаращила, и значит, кричу, нельзя обгонять. Кричу, ты уже сильно, мне сейчас страшно. Пишите свои ощущения, кто на праворульку садился в первый раз, как вам было. Некоторые люди просто те страны там всю жизнь ездят на праворульных. Но здесь, конечно, такое ощущение. Думал, хуже будет. Думал, как-то, ну, не сильно, не волновался. Нельзя сказать, что прям волновался. Думал, что, может, какое-то время надо будет привыкнуть. Буквально быстро все происходит, поэтому, кто думает, как там оно, вот я вам свои первые впечатления высказал. Всем удачи, до следующих видео.